так, в следующий раз, чтобы стул стоял сразу же. Надеюсь, вы меня услышали. Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу «С позаранку». С вами я, Лев Сусликов. И мы выходим на связь с нашим корреспондентом в Челябинске. Сегодня из челябинского зоопарка сбежала белочка. Маленький беззащитный зверек. Что же произошло с белочкой, этот вопрос сейчас волнует каждого жителя нашей страны. Вот у нас появилась картинка, появился звук, и сейчас мы с вами узнаем, что же произошло с белочкой. Николай, как вы меня слышите? Ох, говорила Машка, не пей, а то белочка придет. Николай, вам удалось поймать белочку? О, пришла проклятая, поймал. Не хочу. Николай, расскажите, как вы поймали белочку? А это кто говорит? Это лев. Лев? Вот допился. Со львами разговариваю. Простите, пожалуйста, а вы какой лев? Царь зверей? Лев Сусликов. Каких еще сусликов? Из Москвы. Слушаю вас внимательно, господин лев. Царь сусликов из Москвы. Где белочка? Она во мне. Вы что, ее съели? Я ее поймал. А, так она все-таки жива? О, не то слово. Покажите, пожалуйста, нам белочку. Пожалуйста. Вот. Я еще обезьянку могу показать. И слоника. Спасибо. Нас интересовала только белочка. Пожалуйста, господин Суслик, царь московских львов. Спасибо. С нами был корреспондент из Челябинска. Белочка, а ты где? Отойдите. Да, я здесь, да. Ах, вот какая ты, белочка. Ни капли в рот. Пшел прочь, злобный грызун. Мужчина, вы что себе позволяете? Я корреспондент из Москвы. Пошла прочь, белочка из Москвы! Мужчина! Люди!